Сегодня региональный оргкомитет партии «Единая Россия» зарегистрировал первого в нашем регионе кандидата, который подал заявку на участие в предварительном партийном голосовании. Напомним, праймерис крупнейшей политической силы страны пройдут в мае во всех регионах и станут самыми масштабными в России. По их итогам будет сформирован список кандидатов-единороссов для участия в выборах депутатов Госдумы в сентябре в единый день голосования. Сегодня же оргкомитет утвердил состав и схему размещения участковых счетных комиссий. Счетные участки будут располагаться на территории Белгородской области в помещениях избирательных участков действующих. Утверждено их количество, это 248. 109 участков будут работать в Белгородском одномандатном избирательном округе и 139 в Староскольском. За каждым закреплено по 5 активистов «Единой России» с опытом работы на выборах. Откроются участки 22 мая. Подытожит результаты голосования региональная счетная комиссия. Ее председателем избран секретарь областного избиркома Владимир Шавгеня. Адреса участков, куда белгородцы могут прийти в день праймерис, будут опубликованы в интернете 1 марта на сайте «Предварительное голосование».